Здравствуйте, с вами снова на связи Валерий Иванов, и сегодня я хочу ответить на очень важный, часто звучащий во всех наших чатах вопрос, а как правильно вывести деньги, когда деньги приходят на платежную систему и что писать в разделе Identity Card. Заходим в бэк-офис, учтите, что вывод у нас осуществляется только по понедельникам. С 8 утра понедельника по московскому времени до 8 утра вторника, тоже московского времени. Считайте, какое у вас время. Заходим в раздел «Трансфер фонд» и прокручиваем страничку вниз. У нас по понедельникам только открывается это поле. В разделе «Реципиент» пишем ваш логин в платежной системе. Если вы вводите на Solid Trust Pay, то пишется ваш логин. Обратите внимание, если вы вводите на iPayOut, то тоже пишется ваш логин. Причем логин в iPayOut такой же, как логин у вас в Argent Global Network. Они совпадают. И если вы вводите на Perfect Money, то ставите номер кошелька, который начинается с буквы U, долларовый кошелек. Первая буква U, дальше идут ваши цифры. Многие начинают писать фамилии, почтовые ящики. Нет, не путайте и не пишите ID. ID в Perfect Money нужен для идентификации входа, сам кошелек Perfect Money. Но все платежи осуществляются по номеру кошелька, не по номеру ID. Еще раз скажу, начинается с буквы U. Обратите внимание. Здесь пишите логин. Я вот, например, вывожу на iPad, поскольку считаю, на сегодняшний день это самый надежный, самый адекватный, самый прозрачный способ вывода денег. На Solid Trust Pay никакого смысла вводить нет, поскольку Россию Solid Trust Pay почему-то признал, причем всю страну, мошенниками, несмотря на то, что у меня пройдена банковская верификация, это высшая степень верификации, они даже мне отказываются выводить на мою карточку, и можно вводить только на банковский аккаунт. Это достаточно дорогой получается перевод, и дорого, и долго, и в общем, Solid пока я не использую. Perfect Money слишком ненадежно. Работает непонятно, когда придет перевод, а сидеть и ждать я тоже не хочу. Поэтому я для себя выбрал iPayOut, я снял на эту тему уже много роликов, изучил вдоль и поперек эту систему, очень много рассказал, чего полезного, интересного по ней, и поэтому я использую именно ее. Пишем здесь логин, в графе Amount пишем сумму, которую вы хотите поставить на вывод, сколько там, $40 или $400. И вот в этом разделе Identity Card вы пишете серию и номер. Если вы отправляли на верификацию свой паспорт, то значит пишете серию и номер вашего паспорта без пробелов, без знака номер, без ничего. Если вы для идентификации отправляли какой-либо другой документ, то скорее всего тоже у него имеется и серия, и номер. Не пишите никаких знаков. Не ставьте никаких пробелов, все подряд, сплошные цифры просто ставите, и все, все будет работать. Дальше ставите вот здесь вот галочку и нажимаете withdraw, кнопку вывести, все. Теперь вопрос, когда придут деньги? Если мы выводим в этот понедельник, то деньги поступят на Solid Trust Pay в следующий четверг. Если вводите на Perfect Money, не могу сказать, когда деньги поступят. Может быть с небольшой задержкой, может быть 2 недели пройдет, может быть 3. Если вводите на iPayOut, то деньги поступают в следующую пятницу утром. Нужно учитывать разницу во времени между нами, между Штатами и между еще и Англией, поскольку карточки у нас выпускает Англия, и они работают по Гринвичу, по этому времени. В общем, сколько бы я ни выводил, в пятницу утром всегда деньги уже оказываются в кошельке. Четко, стабильно все. Еще раз повторю, в этот понедельник ставите, в следующую пятницу деньги у вас на счете, если вводите на iPayOut. Ну вот, собственно, и все. Вот такие простые подсказки помогут вам гарантированно получить ваши деньги на платежную систему, причем в тот день, в который вы ждете, в тот день, который вы знаете. Всего хорошего, с вами был Валерий Иванов. Обильных вам денежных потоков. До свидания. Материал оказался полезным и интересным? Нажмите «Мне нравится» прямо под видео. Оставьте объективный комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы в числе первых получить самые свежие видео. Благодарю.